2 октября Верхнеуральский район принял участие во всероссийской командно-штабной тренировке по гражданской обороне. Тренировка проводилась в один этап. С получением сигнала о начале в 1:00 проведено оповещение руководящего состава ГО района. В ходе тренировки осуществлен сбор руководящего состава и проведено совещание по вопросу сложившейся обстановки и постановки задач на выполнение мероприятий по гражданской обороне. Проведены заседания эвакуационной комиссии по проведению практических мероприятий и комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики по проведению практических мероприятий в ходе тренировки. Уточнен план гражданской обороны и защиты населения Верхнеуральского района. Состав сил и средств, привлекаемые для решения задач в области гражданской обороны. Порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в пункты временного размещения. Проведены практические мероприятия по развертыванию поста радиационного и химического наблюдения, пункта выдачи средств индивидуальной защиты, подвижного поста питания и вещевого снабжения. Проверки готовности систем связи и оповещения гражданской обороны. Развертыванию пункта временного размещения населения. Координации и контролю за проведением мероприятий по гражданской обороне. Мы еще дополнили, чтобы было более интересно наблюдать, это пожар под линией электропередач, сухая растительность, посмотреть, как у нас ребята тушат пожар, и пострадавший у нас еще был. С получением сигнала по предотвращению ЧС осуществлены практические мероприятия по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Проведено заседание КЧС и ОПБ о привлечении сил гражданской обороны к ликвидации чрезвычайной ситуации. Проведен строевой смотр техники и личного состава сил РСЧС и ГО. В 11:35 проведена техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением всех электросирен и громкоговорителей.